Доброе утро, Югра! Сегодня мы поговорим о героях российских комиксов. Согласитесь, несправедливо, что долгое время в России культура рисованных историй проигрывала зарубежной, ведь талантливые художники и сценаристы есть и у нас, а спрос на комиксы весьма немаленький. Издательский дом «Бабл» решил эту проблему. На сегодняшний день в издательстве успешно выходит в свет в бумажном и онлайн-формате более 10 серий отечественных комиксов. Так чем же они хороши? Тем же, чем и книги. Читая комиксы, вы можете прожить множество сюжетов, привязаться к героям, одновременно радуя глаз красивой картинкой. А сегодня я познакомлю вас с моей любимой серией комиксов «Ex Librium». Действие комикса разворачивается в Москве. Главная героиня серии Лилия Романова готовится к поступлению в институт, не забывая просиживать ночи напролет над книгами, комиксами и видеоиграми. Однажды Лилия случайно попадает в орден книгачеев. Основная задача ордена – защита границ между нашей повседневной действительностью и миром художественных произведений. В ордене девушка знакомится с другими учениками. Вместе они противостоят злодеям и занимаются отловом литературных персонажей из книг. «Ex Librium» – это проработанный мир с динамичным сюжетом и свежей идеей литературной магии, а также с чудесными рисунками Андрея Родина и Алины Ерофеевой. Всю серию комиксов вы можете найти на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!